Тамбовском государственном техническом университете прошла международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие региона. Архитектура, строительство, транспорт». В этом году она была проведена в пятый раз. Участие в конференции приняли представители Российской академии архитектуры и строительных наук, ведущие ученые вузов Тамбова, Москвы, Воронежа, Липецка и других регионов. Конференция действительно масштабна, она проводится в рамках двух событий 2018 года. Это 60-летие Тамбовского государственного технического университета и появление инженерного образования на Тамбовской земле, а также 155-летие Владимира Ивановича Вернадского. Поэтому и название конференции – это «Устойчивое развитие». Архитектура, строительство, транспорт – именно эти две даты и задают масштабность сегодняшнего события, тематику пленарных докладов, работы секционных заседаний. В этом году научно-практическая конференция была посвящена актуальному направлению развития современной России – цифровизации. В своих выступлениях ученые рассмотрели вопросы применения цифровых технологий в архитектуре, градостроительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также проблемы подготовки кадров для этих сфер. Эпоха информационных технологий переходит в новое качественное состояние, где оцифровка, цифра, модели, моделирование, оптимизация посредством математических моделей, цифровых моделей, когда реальному объекту виртуальный цифровой аналог, цифровой брак создается. Вот это направление, о котором нужно поговорить, понять свое положение, позиционировать себя вот в этом новом развитии, даже цивилизации. В фойе университета была развернута выставка квалификационных и творческих работ студентов ТГТУ. В разработанных проектах они представили свое видение архитектурного облика нашего города. Их работы всегда и по архитектуре, и по строительству отличали именно, возможность их решений дальнейшего использования и внедрения как в городе, так и Тамбовской области. Эта традиция в полной мере сохраняется, и те проекты, которые представлены сегодня в рамках выставки, лишний раз подтверждают, что они направлены именно на развитие города, Тамбова, городов Тамбовской области и также населенных пунктов.